Он уже вот говорит, то ли байки, то ли не байки, что он хочет, что он постелить, чтобы было мягко, чтобы было жестко. Давай, может он байки? Я бы его вместе байки такие. У него же аж идти сейчас. О, байки. Байки? Надо было тебе, может, я успею сбегать между первой и второй партией, не спать. А сейчас вторая пошла. Вот. Принести спальный мешок в машину. У меня там есть спальный мешок. Get them. Exactly. So, we should put that and now we're going to next one is every 10th. Yeah, люди, которые, по-моему, этим занимаются, они что супер. Я знаю, я знаю. Thank you.
Где-то... Мама, мама, мама. Ой, это... Сейчас поднимусь. Где ты? Нет, где? Подожди, посмотри. Где ты? Что ты ищешь? Я ищу. Привет, Дэм.
Куда, 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 куда? Мама! Сейчас мама туда. Вперед! Мама сейчас туда. Вперед, 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 вперед! Бежать! Вот она! Вот она! Ты пошел маму искать? Да! Ты пошел маму искать? А ты же байки собирал. Какой там? Нет, байки? А это у него значит перед байком. We go to the unstable plank. The boom. Привет, да? Привет. Стоять! Привет! Ты писать, ты не хочешь, Руслан? Нет, писать? Нет, нет. Хочешь писать? Привет. Ну ладно. Сеть. Ты вибрадора не съели? Руслан, туда нельзя ходить. Видишь, там собаки работают. Вот туда вот нельзя. Это. Да. На это тоже нельзя. Можно только либо. Сюда нельзя. А, пуда. Это тоже. Лево. Видишь, там собака работает. Туда нельзя.
и все. Иди сюда! Реда! Деда! Смотри, что у нас есть. Ты это будешь? Если ты будешь, то залезай давай вот. Хорошо, да. Thank you.
За ребенка присоединяю, он просто поорет чуть-чуть. Ah!
Там во внутреннем кармане телефон мобильный. А он вот кинул в куртке. Там в куртке. Во внутреннем. Спасибо.
We did not see those very, very high-grade lepidopterans, but okay. Ну, мы не видели прям супер-супер послушания, но нормально. First we saw the Labrador. Сначала выступал Рамин с Лабрадором, Чингизом. We have some good exercises, the distance control. Есть упражнения, на самом хорошо. The unstable plank is very good. Управление на расстоянии. Then we have the tunnel, this is good. Туннель был на хорошо. Then we have the carrying, that's перенос был тоже на хорошо. Then some we have satisfactory. Какие-то на удовлетворительные. I do not want to talk too long. Слишком долго. With satisfactory. Долго говорить я не буду, у вас выходной балл 70, оценка удовлетворительная, вам желаю дальнейших тренировок, заниматься, работать. Never come back with this level. И все будет хорошо, но вот таким уровнем этого не надо, да. Okay, and not more works. Okay, we saw the Aussie. A very nice exercise is the directability, the tables. Управление. It was a pity that the dog was not coming in. Да, было жалко, что фронтал не было. Фронталкой что-то не вышло. We also, I think, that you did not train the shooting. Я думаю, что вы, наверное, не очень тренировали выстрелы. Because the dog... Да нет пистолета. The dog is reacting on the shooting. Потому что собаки есть реакция. So that's then he does it in the healing and he does it in the laying down. So you have to train that better. Реакцию на рядом и на выдержке. We have the retrieval was a very nice exercise. Тренировка была очень милая. We have the tunnel and the directability in a very good. Туннель был хорошо, управление. Because we lost a lot of points over there. Много потеряли на ранее упомянутых. So what do you have to say more? Overall 70 was satisfactory, and next time we have a better. Такая же оценка 70, проходной балл, оценка удовлетворительна, все будет хорошо, занимайтесь, тренируйтесь. Спасибо. And I promise you both that my memory for dogs is very, very good. I remember that 5 years later also. Я вам могу гарантировать, у меня хорошая очень память на собак, я их запомню. Если вы вернетесь на эти же уровни, я вас буду помнить. Поэтому возвращайтесь на лучшем уровне.